Rostam. Hello. Welcome aboard. Welcome to Coffee with Céline. Do you like coffee? Yes. Oh, a little bit sugar? No. Cream? Okay. No. You are on diet? No. No. Do you dream before the big competition, nightmares or dream of victory? Да, иногда бывают сны и хорошие, и плохие, но я стараюсь не обращать внимания на эти сны, потому что я не верю в это, что если будет хороший сон, ты обязательно выиграешь, или плохой, ты проиграешь. Я думаю, все зависит от того, как ты настроен и как ты готов на соревнования. And do you have routine or superstition? Иногда вот при соревнованиях я стараюсь помогать бедным, ходить где-то там, делать хорошие дела. Я думаю, когда вот делаешь хорошие дела, Бог тебе обязательно поможет. Поэтому перед соревнованиями я стараюсь ходить почаще в детские дома, в дома престарелых и помогать бедным, чтобы Бог тебе помог, когда тебе в трудный момент. What is the music or the song you listen before competition? Я люблю разные стили песен, но в основном слушаю мотивационные песни, есть, иногда даже на азербайджанском, на английском, но именно такого, нет такой песни, которую бы только бы одну песню слушал перед соревнованиями. У меня постоянно каждое соревнование разные песни слушаю. The last series or movie you watched before competition? Последний раз я посмотрел кино, прежде чем приехать сюда, за два дня до поездки, я посмотрел кино в кинотеатре 19-17. And you love this film? Да, мне очень понравилось кино, там про то, как два солдата героически хотели помочь. 1600 солдатам, я думаю, это достойный поступок, и к тому же это был документальный фильм на реальных событиях, поэтому очень понравилось. If you could be any actor, who can you be? Мне нравится, например, Джонни Депп, мне нравится вот его роли, как он входит в роль. How many fans have you got on Instagram? Последний раз, по-моему, 40500 или 40700 было. Не помню, если честно. Is that important for you? Post stories every day or you don't care? Не, если честно, мне без разницы, но у меня есть друг, который постоянно меня заставляет. Он с Грузии, мы с ним давно дружим. Вот, и он как бы, можно сказать, это он управляет моим Инстаграмом, Фейсбуком, помогает мне в социальных сетях. Do you have a passion except for judo? Ну, у нас, кроме дзюдо, можно сказать, очень мало времени, чтобы чем-то другим еще увлекаться. Но в свободное время я стараюсь проводить с семьей или с друзьями, ходить. Не знаю, люблю путешествовать. Очень сильно люблю путешествовать. Но пока сейчас график такой сжатый, поэтому не успеваю. Is there something in your bag that you carry around during the competition? Perhaps teddy bear or lucky charm? Всегда что с собой, что помогает. Ну, у меня есть мой любимый пояс, который, я думаю, что приносит мне удачу. Который я стараюсь не менять уже, ЖФ не пускает мне в нем бороться, но все же. Я часто одеваю его, думаю, пропустят, там он немножко потрёпанный, поэтому. And what's the thing or the persona you miss the most when you leave your country to fight abroad? По своим детям и семье, и родителям. Ну, больше всего по детям очень сильно скучаю. Ну, стараюсь, конечно, каждый день с ним общаться, но все равно очень скучаю. And the one you miss the least? По своему тренеру не скучаю, потому что когда я его вижу, он меня заставляет сразу тренироваться, не знаю, что будет сложное делать. Two questions more. What's the dream vacation, the best dream vacation for you? Я один раз был на Мальдивских островах, мне очень там понравилось. Я бы хотел опять там отдохнуть. Думаю, после Олимпиады обязательно туда поеду отдохнуть с семьей. You have an Olympic dream, Rostam, of course, in Tokyo, but you speak Japanese, you know Japanese word? No. Я знаю только 2-3 слова, там, не знаю, коничива, аригато гозаймасу. Ту? Ту. И мате. И мате. And ипон. Yes, and хаджиме. Merci. Merci beaucoup, Rostam, it was a pleasure.